Всем привет, друзья! Вот сегодня у нас такое утро, красивое. Вот так весна, вот так цветочки. Вот так как-то у нас. Всем хорошего дня, вечера или утра. У нас просто красота. А мы ждем ручеёв. Ну ладно. Как говорится, у природы нет плохой погоды. Вот как красиво иней летит с дерева. Ой, такая красота, друзья, смотрите. Вот люблю вот эту вот красоту наблюдать, когда иней падает. Он так красиво падает, не знаю, с какого места он даже полетит. Вот сейчас солнце светит, и вот такие чудеса происходят у нас. Ну ладно, друзья, мы поехали. К маме поехали. Водички возьмем, посидим немножко у нее, навестим. Вырвались наконец-то мы. Едем, дорога гололед сплошной. Солнышко светит в глаза. Сегодня красота. С утра солнышка не было, а сейчас прямо ярко так светит, хорошо. Ну нет, дороги нисколько не тает, да, бедные капельки. Постоянно машины встречные попадаются. Белый якорь оранжевый сидит. Еще и шапку одел плотную сегодня. Обычно молоха не ездит. Весну почувствовала. Вот, уезжаем в Сахаровку. У них здесь инии даже нету, а у нас там все деревья белые стоят, а у них там нет, у них тут. Поворотник не забудь включить. Видишь, какая я. Все знаю, где поворотник включать, где что. Умная я, да? Нет, нет. Ну вот все, подъехали. Ой, птички, птички щебечут. Вот тут вот где-то. А, вот в этом, в елочках вот в этих ведьмах. Да вообще красота. Вот такие у мами тут снега лежат. Ну, у мами всегда все почищено. Всегда все дорог у нее, тут подъезд, всегда все есть. Так. Здесь, в общем, брат смотрит, наблюдает, чтобы у мамы всегда подъезд был. У нее здесь автолавка приезжает к ее дому. Ну ладно, пойдем мы. Мама, наверное, уже слышала, что мы подъехали. Не было мусорки вчера, нету. Да, у вас там мусор лежит. Да, так, а у меня Петя увез. Ну. Да. Ой, вот. А у нас нельзя, у нас собаки. Да. А у нас мусорный ящик. В общем, сидим, разговариваем у мамы. Она ко мне ходит. Я мусор выливаю вон, все не доем, все выливаю вон ну, да. Ко двор. Ну, да. Они теперь по снегу ходят. Собаки? Да. Собаки, да. Собаки. Да. А у нас зайцы. Кто? Зайцы. Вот зайцы у нас есть. Вот, у нас зайцы. И до тех пор будут, пока ход будет. Да. Раз снег наравне, они идут. По сугробу они ходят. У меня тут наравне, тут наравне. Ой, ой. Что такое? Ничего, не гладит больно. Да. Ну ты ключом возьмешь, что ли? А сейчас я ранку, что ли, возьму? Я ранку сейчас возьму, да. Вот а как ты ее возьмешь? Прямо в банке? В пакетик и в рюкзак. А? В пакетик положил целлофан и в рюкзак. Зачем в банке? Я не буду в банке брать. Не будешь? А то прям с водой бери. Нет, мам, зачем? Я в пакетик и в рюкзак положил. Хочу я раночку вот у мамы снять. А этот мне жалко. От росточки. Вон у нее. Эти уже корни. Мам, которая тебе жалко? А? К
что тоже жалко. И этот выкинуть надо в другую. Ну, правда, так в банке он остается, да. Нет, мам, зачем? Не надо, пусть растет. Я только яранку возьму, вот этот герань. А яранки забирай. Да, заберу. А то у меня места нет. Знаешь, я пакет тебе дам. Найду пакетик. Угу. Тут скоро зацветет, он цветочек готовится цвести. Мама он всегда сидит. У меня не цвет, ничего не дать. Видишь, у нее даже... А будет вот росточки, наверное, видишь? Мам, конечно, корни уже да, есть. Да, да. Да, да. Корни уже есть. Да. У меня их три, дочь. Ну, кому надо, берите. Да у меня, мам, есть дом такой. А бери прямо с банкой. Не надо, мам, зачем? Я вот возьму просто так, да, сейчас пакетик. Положим в пакетик. Я вот только отрезала. Ну, а ты отрезаешь, они опять нарастают, да? Ага, ага. Понятно. Вот. Все, поехали домой. Немного посидели, чуть-чуть навестили. Все, домой едем. Птиц летает. Летает, начинает на асфальте. Солнышко припекает, начинает таять. Странно. Что-то нам припекает там. Ой, друзья, таких только нет людей. Ладно, едет и нам сигналит сзади. Скорость есть 60 по деревне. Так, едет и сигналит. На обед готовлю капусту с курицей. Просто лучок поджарил, томат один замороженный сюда. Курица и капустка. Добавлю сейчас водички, посолю, закрою крышечкой. Все просто. Это я для себя готовлю. Если захочет Николай Яковлевич, будет тоже есть. А ему супчик варится. Ну вот, друзья, вот такой у нас сегодня будет обед. Николай Яковлевич суп варится. Просто с вермишелькой. Просто в конце вермишельку запущу. Картошечка, морковка, лук. Все на мясном бульоне. Все, и будет у нас супчик и капуста тушеная. И салатик сейчас сделаю из свежего лука. Вот у меня лучок. Я сейчас вот тут уже убирала. Сейчас вот эти вот все, которые высокие, уберу. Ну, яйцо одно отварю и салатик сделаю с луком, с яйцом. Такой салатик сегодня готовлю. Простой. Яйцо, лучок зеленый и горошек зеленый тоже. Заправляем растительным маслом, можно оливковым, можно подсолнечным, можно майонезом, если кому-то можно, и кто-то любит, а также и сметанкой. Вот такой обед собрала. Салатик у меня, зеленый горошек, я же говорила, яйцо и лук. И вот здесь добавила я растительное масло подсолнечное и немножко Николай Яковлевич майонезом. Немного салата, совсем чуть-чуть. Потом супчик со сметаной, мясо тоже есть, хлебчик, хлеб, то есть. Мне капуста тушеная, если Николай Яковлевич захочет, тоже будет кушать. Ну и также салатик и вот грудка куриная. Ну вот такой прям простой у нас обед. Чаек черный себе заварила. А Николай Яковлевич захочет, он иногда кефир пьет, иногда сок томатный. Это что он захочет. Пойду его приглашать на обед. Мы будем сидеть трапезничать. Нам приятно аппетитом. Всем, кто кушает, тоже приятно аппетитом. Что кушаете вы, пишите в комментариях. Я буду очень-очень рада почитать, посмотреть, послушать. Ну вот, в последнее время я села на диету, можно сказать. Хлеб почти не ем. Так. Ну, в общем, придерживаюсь все-таки диеты. Ладно, друзья. А после обеда я иду на прогулку. Иду на прогулку, пока солнышко светит. Пошла на прогулку. Смотрю,
КАМАЗов так много почему-то ездят по дороге. Ну ладно, они своим делом занимаются, я своим делом занимаюсь. В общем, пошла немного погуляю за село, потому что здесь по селу гулять негде. Я немножко по селу потом тоже пройдусь. А по селу одна и та же дорога, я и за хлебом туда всегда хожу. Так что вот немножко за село пройдусь. Ну немного, потому что одной все-таки ходить за село нежелательно. Я вам покажу там свои просторы. Какие у нас там поля в снегу. Больше ничего там нету. Если в село идти, то тут тоже только до церкви можно дойти. Возможно, на обратном пути до церкви дойду. В общем, посмотрим, друзья. А пока иду, топаю. Тут, наверное, мои подруги ходят, гуляют. Но они раньше ушли. Они очень далекое расстояние ходят. Я как-то походила с ними, и у меня всю ночь ноги болели. Это очень далеко. Они очень далеко ходят, и очень тяжело. Сейчас вот немного хоть снега нету, а когда снег, точно не пойдешь уж далеко. Сейчас пока. Так солнце светит, вот даже в телефоне ничего не видно. Вот такая дорога широкая, очень широкая. Можно чуть-чуть с краешку идти. Вот эта середина вся скользкая, очень скользкая. Вот. Вот так я ушла из своей улицы. Я всегда показываю, куда и в райцентр езжу. Обычно люблю, друзья, после обеда поддыхать. Но решила все-таки себя перебороть и идти на прогулку. Вот, когда отдыхаешь, это хорошо. Ляжешь, поспишь. Красота. Смотрите, какое небо сегодня красивое. Я, наверное, около километра прошла, друзья. Сейчас еще чуть-чуть немножко пройду и назад вернусь. Все-таки одной не очень приятно. Не страшно, нет. Просто не очень приятно вот в этих просторах. Вот. Там далеко-далеко, где-то, наверное, километра за 3 от меня. Две женщины мои идут, которыми я ходила. Вот они идут. Как я видела следы, так я их вижу, что они вперед меня идут. Ну, сейчас еще немножко чуть-чуть пройду. И назад вернусь. Я иду назад, но мне так жарко стало. Так жарко. Надо все-таки еще полегче одеваться. Я одела куртку и безрукавочку. И все. Даже в футболке. Ну, очень-очень жарко, друзья. Солнце так палит сегодня. Хорошо, красота. Но все-таки я буду полегче еще одеваться. Надо безрукавочку одевать чуть-чуть потоньше. А то уже все, подхожу к деревне, жара такая. Ну вот, все, возвратилась я домой. Сейчас до дома дойду. Хотела дальше идти, но нет, время половина второго доходит. Надо идти домой. Николай Яковлевич послать за пенсией. А то привезут, потом опять увезут. Он же будет переживать, сам же будет думать, вот, пенсию не получил. Вот поэтому пойду, смотрю. Ой, Николай Яковлевич, странно. А, он уже выезжает, друзья. Моя помощь не понадобилась. Вон, молодец он у меня. Наверное, меня уж не возьмет с собой, я так думаю. Ну, а может, и прокачусь. Наверное, прокачусь. Куда уж он без меня? Вместе поехали. Больше денег привезем. Если меньше. Вместе поедем, больше денег припрем. Богатые, богатые будем.
Пенсию получили, купили мы что? Два треугольничка, один огурец и один лимон. Вот и все, все наши покупки.